Ну, так вот смотрим на неделю прошедшую, да, все-таки наши женщины, прекрасные люди, какие методики предлагают по борьбе с коронавирусом. Мне, конечно, как и Клавдию нашу, это самое понравилось ее это, но мне кажется, она должна была вместе с три шага, три раза налево, в три раза направо, все-таки восьмерку сразу крутить, и желательно это все-таки не показывать только, а все-таки было поджигать эту всю историю, даже окуривание, натуральное окуривание, окурить страну. Вот, мне кажется, конечно, этот метод был более такой серьезный, как ты думаешь? Нет, может, конечно, серьезный, но я и против вот этого метода второго, который толченые жабры идущего на ниве судака, тоже, мне кажется, очень эффективный. Ну, тоже да, в принципе. А вот это еще что-то было, помнишь, там спрашивала эта женщина? Вот а, водоросли. А, собранные, тоже они, кстати, толченые, но собранные на нарастающую луну. Водоросли собранные на нарастающую луну? Да, да, да. Но они же сказали, это от Эболы. Да, от Эболы. Господи, наши что, с Эболой могут бороться? Наши могут все. Наши могут все. Но... Дорогие друзья, все-таки, несмотря на эти прекрасные методы, которые вы тоже можете использовать в своей практике, более того, мы обязательно вышлем эту сушеную что-то там. Если кому-то нужно. Да, если кому-то нужно. Но в первую очередь, почувствовав недомогание, все-таки обращайтесь к традиционной медицине, идите все-таки к доктору. Ну а все остальное, как бы в помощь, мы всегда пришлем, поможем и научим.